Я рад вас всех приветствовать. С вами снова Александр. И я очень спешу рассказать вам о новиночке, которая появилась в магазине Мир Автокресел. Это кресло от компании Joy. Моделька у нас называется iSpin Grow. Grow, да, если я не ошибаюсь. Grow. И как по мне, вот немножко отойду в сторонку, свое такое коротенькое мнение по поводу бренда Joy. И вот это кресло хороший пример тому, что бренд очень сильно работает, пытается развиваться, и у них это очень круто получается, потому что вот такие модели доказывают, что со среднего сегмента можно, если будете стараться, попасть в хороший премиум сегмент. И это кресло теперь конкурирует у нас с хорошими креслами, ну и по цене, соответственно, тоже конкурирует с хорошими немецкими брендами, нидерландскими, в общем, с такими топовыми на рынке креслами в премиум, скажем так, сегменте, потому что и цена здесь тоже относительно немаленькая. Но оно того, поверьте, стоит. Это кресло у нас категории 0.1.2, то бишь с самого рождения, и до 125 сантиметров роста. Это ориентировочно, по-моему, 25 килограмм. Но на самом деле на килограмм особо не обращайте внимания, важен рост. Потому что физические размеры ребенка, его рост, и нам как бы диктуют группы в креслах. Поэтому до 125 сантиметров роста можно спокойно эксплуатировать это кресло. Это кресло напичкано самыми современными технологиями по безопасности. Стандарт iSize – это очень высокий уровень безопасности. Кресло, которое вообще в названии такое имеет, с iSize, да, получается, что этому креслу доверять ребенка можно 100% вообще без проблем, потому что требования, которые в этом стандарте по безопасной перевозке детей в автомобиле, они очень высокие. Поэтому по безопасности вопрос закрыли, забыли, все супер круто. Кстати, здесь еще вот система, которая гасит боковую энергию удара, она здесь необычная. Она обычно встроена или выкручивается, еще что-то, а здесь она съемная. То бишь, если мы с правой стороны дверь, с двери у этой стороны ставим, тут у нас дверь, то мы с этой стороны одеваем. Здесь у нас дверь, мы с этой стороны одеваем. И тем самым, из-за того, что эта штука съемная, у нас получается, что мы экономим пространство внутри в салоне, в автомобиле. Обычно это вот такая вот нахлобучка сбоку, и она скрадывает пространство. Здесь решили этот вопрос вот таким путем. И очень правильно сделали, потому что это очень хороший вариант. Так, смотрите, это кресло у нас имеет систему крепления Isofix и якорный ремень. Вот он, якорный ремень. Здесь нет упоров пол, вот такой кочерги снизу. Здесь уже пошли другим путем, здесь есть якорный ремень. Это делает кресло чуть-чуть покомпактнее, не такое громоздкое и более удобно его переносить. А то эта кочерга все время снизу торчит, не очень удобно. Поэтому при установке в автомобиль, если вы вдруг думали, что вы захотите поставить на переднее кресло, забудьте, если у вас не автомобиль, где есть Isofix спереди. Таких автомобилей вообще минимум, и в основном это ваговские какие-то автомобили, на Шкодах где-то я видел, на Туареге, по-моему, даже на Каене есть, но это отдельно нужно заказывать. Если у вас этого сразу нет, забудьте, ставится оно только сзади на Isofix. И просто установили, соответственно, защелкнули. Вы увидите, зеленая индикация сразу появляется о том, что все установлено. Сзади, соответственно, протягиваем у нас якорный ремень, защелкиваем его, натягиваем. И получается у нас это замена упору в пол. Упор в пол нужен для того, чтобы у нас была жесткая фиксация и кресло не ныряло вперед. Якорный ремень — это то же самое, что и упор в пол. Выполняет одну и ту же задачу. Поэтому не нужно думать, что упор в пол безопаснее. Это не так, это взаимозаменяемые вещи. В общем, установили, все нормально. Это кресло у нас с поворотом на 360 градусов. И ребеночка с рождения мы, соответственно, возим вот здесь, используя вот эту вот кучу, модульную систему вкладышей. Здесь получается, что мы можем частично вытаскивать вот боковую часть, верхнюю часть. Можно убрать, когда ребенок подрастет, вот эту поясничную часть и оставить чисто подушечки.
Потом, когда ребенок вырастет полностью, мы убираем полностью отсюда этот матрасик. В общем, ездим с ним, пока нам он физически позволяет умещать ребенка. Как только ребенок уже не помещается, тесно, это уже, наверное, от полугода и выше может такое произойти. Можно эту штуку убирать. Вот, и тем самым у нас очень много места. Ну, давайте я сейчас покажу. Вот так вот у нас против хода движения оно поворачивается, и только против хода движения минимум до 9 месяцев мы возим ребенка. Лучше возите хотя бы до 15 месяцев. Так рекомендует стандарт ISIS на самом деле. Против хода и, соответственно, при лобовом ДТП вот в таком положении ощутимо безопаснее ребенку находиться, чем по ходу движения. До 15 месяцев желательно довозить. Если уж вообще никак, а такое бывает очень часто, после 9 месяцев можете разворачивать. Здесь можно чуть-чуть посадить, можно так вот наклонить. В общем, вот это движение у нас в группе 0. Потом, когда мы вырастаем, вот так вот мы разворачиваем. Здесь у нас получается уже категория 1-2. И тут мы, естественно, уже едем по ходу движения. И вкладыш мы уже, естественно, достали. И до 100 сантиметров мы используем крепление самого ребеночка в кресле с пятиточными ремнями. Потом мы их отсюда демонтируем и используем автомобильный взрослый ремень. Используется это все очень понятно и просто, как в 2-3 категории. Здесь же все-таки уже 2 категории есть. Давайте я просто сразу вам покажу. Представим, что я ремни уже отсюда вытащил. Просто их смысл отсюда доставать вам сейчас. Все, вот так вот. И сам ремень проводим в направляющем, он здесь зеленого цвета, в подголовнике. Запомните, это как золотое правило. Ремень проводить через направляющий, потому что если вы там не проведете ремень, ремень будет непонятно где, и в ДТП он наверняка окажется на горле, потому что ребенок вот едет вперед, и ремень будет на горле. Это очень опасно, поэтому всегда здесь ремень, и вот в этих местах, соответственно, проходит он снизу. Вот как вы себя пристегиваете, автомобиль в нем. Здесь то же самое абсолютно, только направляющие. И высота подголовника, смотрите, от подголовника до плеча не больше 2 пальцев. Будет больше, будет ремень на горле. Возвращаемся к тому, что это очень опасно. Поэтому вот с креплением разобрались. Так, смотрите, сейчас я его сниму. Вот то, что сейчас вы видите, моделька, это серия Flex Signature. Это у нас, скажем так, не то, что там лимитированная, она не особо и сильно лимитированная, но это линейка, которая сделана дороже, качественнее материалы использованы в кресле. И благодаря вот этой линейке, здесь обычно всегда вот такая вот из эко-кожи окантовочка, сами материалы очень крутые, очень приятные материалы. Оно выглядит по-другому, ощущается по-другому. Бывают у них еще простые, не Flex Signature. Они дешевле, но там и материал немножечко такой, чуть более синтетический. Поэтому вот такая линеечка и делает эту модельку ближе, ну, практически не ближе, а уже вносит ее в премиум сегмент. Поэтому материалы тут отличные. Что касается ухода, кстати, за этим материалом, можно до 30 градусов стирать. Ткани во всех креслах, они легко снимаются. Ну, где-то не очень легко, где-то нужно попыхтеть, но достаточно все просто, натягивается. Все, стираем до 30 градусов, соответственно, потом оно, благодаря тому, что не в горячей воде постирано, оно не сядет, и спокойно оденется обратно на кресло. Так, что касается наклона в движении по ходу вперед, многие хотят полулежачее или лежачее положение. Боюсь немножко расстроить, такого не бывает. Когда ребенок едет лицом вперед, нельзя сильно наклонять ребенка, это небезопасно. И вот здесь я вам сейчас покажу максимально допустимый наклон. Вот сейчас он практически 90 градусов сидит ребенок, когда бодрствует вполне себе нормально, что-то делает, играется, уснул, вот. Вот смотрите, я вот так сделаю, вот вам видно этот угол, который дает в принципе адекватное положение для отдыха ребенка. Напомню,
лежать сильно нельзя наклонять. Поэтому вот это нормально. Конечно, хотелось бы чуть побольше, чтобы ребенок там уснул нормально, комфортно. Но вот этого тоже, в принципе, достаточно. Вот. Поэтому вот с комфортом здесь так. А опять же, по комфорту, о вместительности, это тоже комфорт на самом деле. Здесь очень много пространства для ребенка, и когда ребенок зимой плотненько одет, штанишки там с комбинезончика, еще что-то, ребенок абсолютно нормально, адекватно помещается в таких креслах, и в этом, соответственно, тоже. Но имейте в виду, пуховики, куртки, вот это все забудьте. Нельзя возить ребенка в верхней одежде. Многие заблуждаются, что чего, как, если мне там 5 минут ехать. Я понимаю, есть такие правила, а есть реальная жизнь. В реальной жизни совместить эти правила очень тяжело. Через это прошли, я понимаю. Но нужно понимать, что это спасает жизнь ребенку. Если вы посмотрите, есть на YouTube или в YouTube, как правильно, напишите в комментариях, видеоматериалы, в которых вы можете увидеть, как кресло не работает с пуховиками, потому что это реально очень небезопасно. Поэтому имейте в виду, прогрейте машину, раньше на 5 минут выйдите, прогрейте, дайте, вот уже нормально усадите ребенка. Это безопасность. Вот, собственно, по креслу. Все, что хотел я вам рассказать, рассказал. Из таких вот плюсов, которые я отмечу, вот мне лично очень нравится, когда в креслах есть система на 360 градусов. Вы подошли, особенно когда у вас еще маленький ребенок, подошли к автомобилю. Вот оно у вас будет как закон, вот так вот. Подошли к автомобилю, вот здесь вот ручка с моей стороны такая же. Нажимаем, поворачиваем его к себе, посадили ребеночка и поставили его обратно. Это очень крутая тема. А не вот это вот так сверху засовываешь ребенка, там как-то что-то. Вы спокойно у автомобиля находитесь, поставили, вам ничего не мешает, пристегнули, все четенько. Поэтому система на 360 градусов поворот, это очень круто. И то, что 360 градусов у нас есть в категории 2, это еще круче. Поэтому это кресло, ну, я очень рекомендую к рассмотрению, если вы хотите 0.1 категорию хотели. Лучше еще вот на него обратите внимание, чтобы у вас еще двоечка там появилась, потому что оно просторнее, удобно, вот, и вы дольше в нем проездите. Вам что с 0.1.2 менять кресло, что с 0.1. Поэтому запас такого пространства, он никогда не будет лишним. Тем более безопасность здесь от этого хуже не стало. Вот, собственно, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Я очень рекомендую, обратите внимание на это кресло, ссылка на него в описании, на Мир Автокресел. Вот, можете приехать к нам в магазины, у нас один из магазинов по России. Можете с ребеночком, лучше именно и с ребеночком приехать, чтобы попробовать примериться и убедиться в том, что я сейчас в обзоре сказал. Это кресло очень хорошее, оно ни разу не дешевое, но за безопасность детей надо платить. Ну, вот такая вот правда жизни. Вот, собственно, все. Хочу лишь пожелать вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. До свидания.